города, и мама мне подхранила, что ей как-то плохо, дискомфортно, но она отравилась. Мне стало неспокойно, сразу отправилась к ней. Хорошо, что была машина под рукой, а тут я ждала вечера, когда муж приедет и так далее. И я бы тогда только вечером поехала бы к ней. Кстати, это было бы уже слишком поздно, потому что у нее был инсульт. Она об этом даже и не подозревала. Считаю, что из-за своей машины спасла свою маму. Ровно полтора года под зонтом. Это была моя давнейшая детская мечта. Было первое время очень неудобно и было очень как-то дискомфортно сидеть в прозрачной машине за рулем. Сейчас мне намного легче. Абсолютно не чувствую себя бабой за рулем. Иногда сама мужиков ругаю, сигналю. На этой машине, кстати, я со своими учениками летом ездила на речку. Мне было как-то неудобно, потому что у их родителей крутые машины. А им было прикольно то, что они со мной сидят, и учительница их везет на речку. Решил муж мне подарить на день рождения посвежее, покрасивее. Но когда я села за другую машину, я его как-то не приняла. Я не захотела больше вообще менять эту машину. Так что эта машина досталась мне, а та машина осталась у мужа.